Хадсон выполнил задание в Коулуне. Он раскрыл планы Драговича. Новый 6. Ядовитый газ, который убивает любого человека за считанные секунды. Оружие Драговича. Вернемся во Вьетнам, Мейсон. Виктор Резнов был еще с тобой после бегства с военной базы? Резнов был со мной все время. Ты уверен? Север. Мы пошли на север. Вьетконг. Ха. Нас подстрелили. Резнов пережил даже это. Прихвостень Драговича Кравченко. Он ожидал нас. Это Хоутл 9-1. Терпим крушение в секторе Браво, Танго 7-9. СОС! СОС! Дэвис, скажи Рэд, что-нибудь. Ты как? Черт! Моя нога! Кровотечение! Нужна помощь! Мёртв! Черт, они идут! Мочи, ублюдка! Уронить отсюда! Это штука вот так! Поднимусь повыше! Поищу комплекс Кравченко! Понял. Держись рядом, Виктор. Рима 9 X-Ray, это Виски, ответьте! Это X-Ray, Виски, прием. Вудс, мы уж думали, больше тебя не увидим. Какие планы? Вы зачищаете юго-восточный периметр и встречаетесь с нами в точке сбора. Понял. Виски на подходе. Точка сбора прямо впереди. Боуман должен ждать нас там. Не шумейте, используйте ножи. Чарли. Драгович, Кравченко, Штайнер. Мейсон, докладывай.
Где-то рядом с деревней расположен военный аванпост под командованием генерала Кравченко. Они сбивают наши самолеты. ЗПУ? Уберем ее и вызовем вертолеты. Виски, вы держите мост и реку. Мейсон и я — западный периметр. Встречаемся в деревне через 5 минут. Все ясно? Виски, ко мне. Пока, ребята. Рей на западном фланге. Время 3 минуты. Разделимся. Я пойду наверх. Ты перейди реку, заложи пластид. Вас понял. Заряд заложен и в полной готовности. Сьерра на позиции. Виски готовы. Экс-рей на месте. Детонатор у тебя? Вот он. Пошли, пошли, пошли! Уже к бою! Смотрите внимательно, ищите ЗПУ. Разберись с этими ублюдками!
Очистили северный периметр. Движемся в деревне. Слева! Цели на крыше! Сира на позиции. Есть! Оставляйся только. Боуман, вперед! Пошли! Этот сукин сын свое отвоевал. Стоп! Резнов, ты чуть под пулю не угодил. Один в поле не воин, Мейсон. Я попробую пробраться. Ладно, только ступай потише. Мейсон, тебе надо собраться. Свифт, ответь. Слушаю, Мейсон. Свифт мертв. Тут кишмя кишат вьетконговцы. Лима 9 прочесывает местность. Никаких следов Кравченко. Вот, как слышишь меня? Черт. Где же твой друг Свифт? Мертв. Не время скорбеть, Мейсон. Вот! Помоги сдвинуть! Осторожно, Мейсон. Слышу противника. Твоя очередь, друг. Я за тобой. Доверься инстинктам, Мейсон.
Харченко. Похоже, тут никого нет. Кравченко ждал нашего появления. И спешно покинул это место. 4 февраля 1968 года. Кравченко. Средство, полученное это документы Резнов, мы уходим. Добиться значительного успеха. Проведенные недавно полевые испытания на местном населении показали, что данная разновидность НОВ-6 является наиболее эффективной из всех. Как и в случае с испытаниями на животных, проводившимися нами на острове Возрождения, начальные симптомы у подопытных оказались в точности такими, как мы ожидали. Через 30 секунд после вдыхания газа подопытные начинают испытывать внезапную... Черт! Пошли! Пошли! Кравченко там все заминировал. Экс-рей, как слышите меня? Вот черт! Быстрее, Мейсон! Не хочу, чтобы эта кретинная гора стала моей могилой! Мейсон, да что там произошло? Мы наблюдаем огонь в тоннелях. Где вы сейчас? Мы будем кружить над местностью. Сядем, когда увидим вас. Заместитель Драговича, Кравченко. Да. Резнов сказал, они убили столько людей, что не сосчитать. Слушай меня внимательно, Мейсон. Резнову нельзя верить, что бы он тебе ни говорил. Но он дал нам досье на Кларка. Он привел нас к Нове-6. Резнов не тот, кем кажется. Нет, нет. Он мой друг. Он помог мне бежать. Преданные, забытые, брошенные... Все братья! Забудь о Резнове! Ну же, Мейсон, у нас нет времени! Мир на пороге войны! Войны с кем? Кто ты такой вообще? Я все слышу! Эти долбанные цифры! Это сигнал, Мейсон! Числа — это сигнал! Тебе промыли мозги!